Если на Чебоксарской набережной рыба не клевала, то в реке Бездна в Шамуршинском районе рыба гибнет. Сейчас ситуация разбирается природоохранная прокуратура. Щука, окунь, ясь и плотва – рыбы этих видов всплыли кверху брюхом в реке Бездна. На место выехали специалисты. Зафиксировали, что действительно есть погибшая рыба, она уже имеет признаки разложения. Были отобраны пробы воды и рыбы для того, чтобы понять, от чего произошла именно гибель рыбы. Это от какого-то источника загрязнения, либо от природных условий. По результатам проверок специалисты смогут сделать выводы об ущербе окружающей среде, и затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.